В Прикубанском районе прошел третий чемпионат республики по рыбной ловле донной удочкой. Участие в состязании на Кубанском водохранилище приняли не только местные спортсмены, но и представители регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. За ходом турнира наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. На первый взгляд назвать этот вид увлечения спортом крайне сложно. Однако, в отличие от обычной рыбной ловли, здесь вряд ли победит просто везунчик. Огромное значение имеют годы тренировок, то есть опыт, и, разумеется, финансовые возможности. Чтобы попасть в число лучших в чемпионате, необходимо основательно подготовить свою экипировку, взять с собой все, что может пригодиться. Более опытный спортсмен имеет более чувствительные удилища, конечно, они более дорогие. Он имеет наибольшее количество лучших приманок, если говорить, например, про спиннинг. Здесь это наиболее лучшие прикормки от лучших производителей, вот в ловле донной удочкой. Вот. Умение дальнего заброса, навык дальнего заброса, точность заброса. Вот из этих всех факторов складывается вот максимальный улов. Сергей Бутхузи приехал из Северной Осетии. В республиканских соревнованиях участвует во второй раз. Говорит, что ему здесь очень нравится и природа, и гостеприимные жители Карачаево-Черкесии, и, конечно же, места для рыбалки. Рассказал Сергей и о слагаемых успешного улова. Имеет значение и крючок какой подобрать, насадка. Непростые погодные условия у нас сейчас. Вторые сутки ветер сильный дует. Не знаю, вроде справились с задачей. Но тем не менее, несмотря на погоду, вы, вижу, с уловом. Да, все-таки позволила нам и погода, и сам водоем хороший, много рыбы. И поймали все-таки рыбку. Республиканскому чемпионату по ловле донной удочкой 3 года. Однако состязания в этой дисциплине прошли на Кубанском водохранилище уже в 6-й раз. И неизменно сюда приезжают лучшие спортсмены-рыболовы из разных регионов Северокавказского и Южного федеральных округов. Победителем становится тот, кто поймал наибольшее количество рыбы в своей зоне. И так на протяжении обоих этапов. Почему везение вот в этой дисциплине ловля донной удочкой сведены на минимум? Потому что поймать наибольшее количество рыбы здесь не значит победить. Нужно поймать наибольшее количество рыбы в своей зоне, которую ты ловил, и в этой зоне быть первым. И во второй день в своей зоне быть опять же первым. Но это не значит поймать больше всех рыбы. Впрочем, даже те, кто после столь сложных подсчетов не попал в призеры, вряд ли сильно расстроились. Ведь что может быть лучше, чем провести свободное время на природе, да еще и в компании таких же увлеченных людей? Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.